Семена и саженцы жимолости Тельмана используются садоводами для декорирования садового участка. В высоту лианы вырастают до 6 метров. Все побеги усыпаны тугими листьями с необычной окраской. С нижней стороны они сизые, а с верхней светло-зеленые. В период цветения на побегах появляются многочисленные цветки, диаметр которых составляет 6 сантиметров. Однако цветение продолжается не больше 2 недель. За это время ветки покрываются обильным цветением и осыпаются. После этого на побегах можно заметить небольшие плоды желто-оранжевого цвета. Обычно крепится на специальные опоры для того, чтобы озеленить участок. Жимолость Тельмана – это многолетнее растение высотой 300-500 сантиметров. Жимолость прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола жимолость Тельмана можно отнести к группе лианы. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания жимолости прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает жимолость Тельмана в месяц июль-июнь. Цветы имеют нет аромат. Цветок окрашен в медно-желтый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме широко яйцевидный, эллиптический. Весенняя окраска листочков зеленая, летом листва зеленая, осенью листва желтая. Окраска ягод оранжево-красная. Обратите внимание, что жимолость Тельмана частично самоплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.